Но как ты умудрился захватить полностью всю приманку? Кто это, друзья? Делайте ставки. Окунь-судак, он ее придавил подбородком. Хороший окушочек, спасибо тебе за поклевочку. Вы смотрите, как рачок сработал-то хорошо. Доброе утро всем рыбакам, я снова на рыбалочке, сегодня будний день, я вышел на берег водоема, иду сейчас в путь, буду ловить на микроджиг и хочу разловить новые приманочки, которые ко мне пришли. Мне очень интересно, как будут ловить секси импакт, твистерочки разные, ларвочка и все такое, все что пришло. Окуня буду ловить сегодня с берега, с лодочки не хочу, поэтому будут трудности, соответственно, с водорослями и бровками. Ну да ладно, в общем, иду к месту, сейчас пройдусь буквально 1,5 километра до рабочих точек, соберу снасть и начну поиски окуня. Дотопал я наконец-таки до мест своих, от которых начинаю ловить. Со мной сегодня Фарио Интиморм, палочка с тестом до 2 грамм. Это солидовая палочка под микруху, под мормышинг. Палочка мне нравится, я ею доволен полностью. Просто кайфовый инструмент для ловли на деликатные приманочки, легкие веса. И очень-очень такая чувствительная палочка. Мне прям нравится. Лапша лапшой. Вот как бы ее трясешь, да, она такая лапшеватая очень. Но ощущения в руку непередаваемые, друзья. Катушечка. Это у меня Дайва Fuego LT. Размер 2000. Шнурочек с Алиэкспресса у меня недорогой. Был, по крайней мере, но вы знаете, он со временем пропал, именно этот диаметр 0,2, он пропал. Вот они, новиночки, я отобрал все, что у меня есть, именно Curious Fish и на что я хочу половить. И с самого начала я попробую яркий Sexy Impact. Цель сегодня простая, половить рыбу. Не разловить все приманки, а просто половить рыбу, получить удовольствие, отдохнуть. Птички поют, солнышко светит, комары кусают, мухи надоедают. Приманка готова, ребята. Друзья, прошелся немного, половил, в принципе, ну, тяжело ловить, потому что водоросли везде, к берегу не подойти, потому что трава везде. Ну и я решил все-таки пройтись до конца, посмотреть на дамбе, что там будет по рыбе. Дошел до самого конца канальчика и тут уже попробую половить. Здесь рыбка была всегда, здесь циркуляция воды. Вон там, кстати, видно такой вороночку такую.
Так, что тут такое? О, сразу какая-то рыбешка. Маленький окунь, скорее всего. Ну да. Очень маленький окунь, ребята. Я посмотрел, тут по... Ну, столько малька гуляет. Прям очень. И тут рыбе может быть даже не до моих приманок. Ну, по крайней мере, крупной. Это вот такая вот шелупонь бросается на все подряд. Гонки устроили, форсаж. Прям под берегом. Такой же огромный. Но как ты умудрился захватить полностью всю приманку? Отдай, мне она еще понадобится. Окунь здесь небольшой пока что, поэтому можно и поменять приманочку. Ларва 1,5 дюйма будет со свистом залетать окуню в пасть. И ларвочка понравилась окуню. Оборвал я ларву на зацепе. Обидно. Ну ладно. Ну ладно, эта ларва, она ловит всегда. Вот сейчас подставил маленького рачка. Это AX Crow. Такой зелененький, классный цвет. Как раз таки под... какую-нибудь козявочку, какой-нибудь микрорычка. Я думаю, должен зайти сейчас. Есть поклевка. Я прям чувствовал, что кто-то зажевывает. Я пока не знаю, кто это. Но рыбка есть. Прям такая подтяжка была плавная. И рыбка... Рыбка неплохая. Ну как неплохая? Для такой снасти. Для такой снасти неплохая рыбка. Кто это, друзья? Делайте ставки. На окуня не похож. Хотя, может, крупный просто окунь. Водоросля это зацепилась. Окунь, ребята, это окунь. Просто более-менее нормальный окунь. Да? Вы смотрите, как рачок сработал-то хорошо. Я кинул на глубину поглубже. И сразу такой неплохой окуняшка. Иди сюда, дорогой. Смотрите, друзья, окуни любят рачков. Аккуратненько-аккуратненько он его скушал. Маленькая приманка, 1,2 дюйма. И вот такой вот матерый красавчик. Есть. Со второго раза он взял. Он атаковал, потом сошел. Может, это не он, конечно, может, это их там несколько. Но со второго раза окунь засекся. Небольшой окунишка. Есть рыба. Я думал, зацеп водоросли. Ай, и сошла. Ну как эта рыба была? Опять. Да вот ты посмотри на него. Их там кучка. Их там просто кучка. Один ушел, другой добрал. Ну, рачок нормально, тоже работает рачок. Разбили они, конечно, рачка. Вот такие вот окуни. Смотрите, у рачка, у бедного, одной клешни нету. Тельце чуть-чуть порвано. Сейчас я его перенасажу, и он снова готов в бой. Ну,
Ну, я думаю, он еще прослужит нормально, пока ему не оторвут и последнюю, вторую клешню. Ну все, ребята, только что откусили последнюю клешню. Пора менять приманку. Там куча рыбы. Да что это такое? И никто не может проглотить. Во, наконец-таки. Нет. Да елки-моталки. Ну, да. Что это такое? Я не знаю, ребята. Ну там окунь, видимо, много мелкого. И он друг у друга забирает. Один отпустил приманку, другой догнал ее. Третий подножку подставил, четвертый бросок с прогибом и так далее, и так далее. Идет борьба за приманку. Друг у друга вырывают, бьют. Ну вот опять. Опять небольшой кусочек есть, ловится. Но этот прям очень небольшой. Есть поклевка. Есть поклевочка рыбки, небольшой окушочек, да, да. Поставил моську, ребята, копию моськи, и вот он, красавчик. И то, смотрите, это окунь-судак, он ее придавил подбородком, но вот такой небольшой окушочек скушал моську маленькую, классно. Друзья, я просто выматывал снасть. Я просто выматывал снасть. А он, негодяй, взялся. Небольшой, именно на выматывание. Наверное, если бы у меня сейчас были бы тейлспиннеры, то он бы, конечно, на них бы кушал. Но палочка другая, соответственно, и приманочек этих нету. Но моська тоже справляется. Есть окунь. Ух, какой хорошенький. Ну, по крайней мере, резкий, бойкий. Иди сюда, иди сюда. О, неплохой окунь. Неплохой, ребята, окунь. Хороший кусочек. Спасибо тебе за поклевочку. Плыви. Медленный такой. Не верю своему счастью, но пошел. Ну что, друзья, после такой жаркой, изнурительной рыбалки самое то это принять водные процедуры и немножко искупаться. Водичка теплая, замечательная. Я немножко поплавал, охладился. Все замечательно. Рыбалка, да рыбалка классная. В принципе, рыбу поймал, приманочки разловил, потестировал. Ссылочка будет в описании обязательно. Заходите, смотрите, кому что нравится. Мне рыбалка понравилась. Я прогулялся, я отлично провел время, половил окуня, позагорал, покупался. Что еще нужно в такой летний жаркий день? Ребята, буду собираться домой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если кому-то не понравилось. Увидимся на новых рыбалках. До встречи!